Я с коллективом поговорила, мы обсудили, предложили наши руки, ноги и помещение на период карантина народному штабу. И в итоге на базе нашего детского сада открылась база по сортировке, упаковке и выдаче СИЗ для медиков по всей стране. Заявки принимаются в штаб, определяется очередность и кому действительно нужно. То есть мы отслеживаем еще и очаги, где вот действительно прям вспышки происходят, и понятно, что там потребность более высокая. Со 2 апреля мы, получается, каждый день с 9 до 6.30 я нахожусь в садике без выходных. Ну, медикам, наверное, очень хочется пожелать сил и терпения. Они не забывали и берегли себя, потому что вижу, что они работают на износ. Потому что кроме сейчас медиков, я не понимаю, что надеяться больше не на кого будет. Да? А всем остальным хочется, наверное, пожелать, чтобы мы оставались в позитиве.